Открытый турнир правоохранительных органов по мини-футболе прошел у Гомеле. Спаборництво примерковано до стагоддзя управления внутренних справ Гомельского облвыканкама. За головный трофей змагались 14 команд, у тым лику дружины подразделения у Министерства внутренних справ, прокуратуры, следчего комитета, войсковой части 55-25 и Министерства по податках и сборах. За третье место сёлета змагались команды Советского отделения внутренних справ и войсковой части 55-25. Милицейская дружина была мацнейшая и гульню под свой контроль взяла с первых хвилин матчу. Однако войсковцы зраўняли лик за 2 хвилины до закончения гульни. Сустреча скончилась паритетом команд. Пераможцу вызначали по пенальти. По выниках матчу летошний чемпион войсковой часть 55-25 заняла третье место. За золото змагались команды управления следчего комитета по Гомельской области и Академии Министерства внутренних справ. С ликом 2-0 следчие стали переможцами турниру. Из года в год силы участников меняются. Вот, причем есть такие непредсказуемые команды, которые зависят, к примеру, от призыва, как войсковые части. Если призыв удачный с точки зрения подбора футболистов, то, соответственно, и команда демонстрирует хороший футбол. Если чуть слабее, скажем, больше не футболистов, а спортсменов силового направления, там, борцов, да, может быть, то тогда, наверное, команда не так сильно в футболе. Вот. Традиционно показывают интересный футбол Следственный комитет, тоже МНС. Вот, но из года в год какая-то команда является сюрпризом. Данный 13-й турнир связан с предшествующей датой дня образования белорусской милиции, 102-й годовщины. Я думаю, тоже это почетно, поскольку 102 – это цифра телефона вызова помощи граждан, работников милиции.